Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Соединенные Штаты Америки намерены выделить в 2021 году на ядерное оружие почти 29 миллиардов долларов. ТАСС сообщил, что из распространенных в понедельник справочных материалов Пентагона стало известно о планах американской администрации ассигновать в 2021 финансовом году на программы модернизации ядерного арсенала США почти 29 миллиардов долларов. В документах военного ведомства отмечается, что 7 миллиардов будут выделены на модернизацию систем командования, управления и связи ядерного комплекса. Почти 3 миллиарда планируется потратить на создание стратегического бомбардировщика B-21 и 4,5 миллиарда на постройку атомных субмарин с ракетами класса «Колумбия». Кроме этого, Пентагон предполагает потратить почти 500 миллионов на создание крылатой ракеты увеличенной дальности, которая сможет нести ядерный боезаряд. На так называемый компонент наземного базирования стратегического сдерживания планируется ассигновать сумму в 1,5 миллиарда долларов. По словам источников из Пентагона, данный объем финансирования стал крупнейшим по данной статье расходов. Сообщается, что такие ассигнования позволят американскому ВПК сконцентрироваться на гиперзвуковых вооружениях, микроэлектронике, беспроводной связи пятого поколения, автономных системах и искусственном интеллекте. В частности, на разработку гиперзвукового оружия для ВМС, ВВС и сухопутных войск запланировано финансовое вливание в размере 3,2 миллиарда долларов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.